Всем привет, ребят! Сегодня мы с вами находимся в ресторане номер один, и у нас с вами простая задача. Мы сегодня с вами снимем крутое кулинарное шоу. Что для этого нужно? Нам нужны будут герои и шеф-повар. Герои у нас уже есть, и прямо сейчас мы с вами с ними познакомимся. Айнур и Лилия Валеевы. 7 лет в браке, 2 детей. Театр праздника «Лови момент». Более 5 лет ведут праздничные мероприятия. На их праздниках веселилось более 30 тысяч гостей. 635 часов веселья нон-стоп. Минимум 10 тысяч шагов за один праздничный вечер. И ни одного яйца или помидора за все проведенные банкеты в адрес ведущих. Доброе утро, ребята! Доброе утро! Ну, сегодня у нас есть уникальная возможность действительно поэкспериментировать на кухне с настоящим шеф-поваром. Кто из вас любит больше готовить? Он любит, но чаще. Но готовлю я! Ну, как это обычно бывает, да, говорят, мужчины готовят очень вкусно. Я реально люблю готовить, но это бывает очень редко. Интересно было бы поучиться. Ну что, ребят, я хочу пожелать вам удачи. Сделаем праздник? Сделаем праздник. Длинная зубочистка, кто у нас? Готовит, да. Длинная зубочистка – это тот человек, который будет готовить. Короткая, собственно говоря, тот, кто готовить не будет. Все, готовы? Давай. Ну, давайте. Я выберу то, что ближе ко мне. Повар зовут у нас Анзор. Добрый день. День добрый. Да, и Айнур, я отдаю тебя в шикарные руки шикарного повара, и ваша шикарная кухня полностью в вашем распоряжении. Ребят, я желаю вам удачи. Начнем с пирога. Пирог осетинский. Это листья свекли, сыр заворачивается в тесте, короче, выпекается. Чтобы вот так объяснить. Там идет 3 видов сыра. Вот. Как долго готовится это по времени? По времени где-то минут 25-20. Второе блюдо – это кучмачи, это как бы из говядины. Сердце, легкие, печень. Классно, и, то, что да, я люблю. И грузинские приправы, зелень обязательно. Давай начнем пока с пирог, потом закинем в духовку. Хорошо, давайте. Сюда же добавляем и сыр, да, уже готовый, заправленный сыр, соль обязательно. Как говорится, по вкусу. Да. И чуть-чуть это у нас сливки. Сливки. Это начинка для пирогов. И мы перемешали. Соответственно, да. Пирог был сочный. Да. А пока пирог подрумянивается в печи, мужчины приступили к приготовлению второго блюда. Пока у нас тушится мясо, как говорится, да. Думаю, что уже вкус чувствуется. Думаю, что Лиля прям ждет, не дождется, конечно, подачи уже наших. Ну, Ли. Ну. Все, 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 все. Давай, подожди чуть-чуть, подожди чуть-чуть. Есть глиняная посуда, куда мы сейчас горячую глиняную посуду положим, чтобы он не остывал, чтобы он долго держал теплоту. Теперь готовим пирог. Уже сколько прошло? Минут 15, наверное, прошло, да, как пирог? Нет, 10 где-то, 15 вряд. Я думаю, что засекать время – это непрофессионально. Я думаю, что да, все это уже наработано. Сейчас, вот через минуту я поеду с ним. Чувствуете всем телом, когда будет все-таки пирог уже готов? 100%. Хотите, пошли проверить. У вас есть контакт с пирогом? А, я сказал. Минута еще. Лиля, я знаю, что ты прошла разведку боем. Это было внедрение в стан врага, скажем так. Что ты узнала? Получилось ли у тебя догадаться, что они готовят? Мне кажется, что-то будет мясное. Но это же грузинская кухня.
Наверное, это будут специи какие-то, потому что, ну, вот грузины любят специи. Твоя задача заключается в том, чтобы сейчас, пробуя это блюдо, ты назвала ингредиенты, из которого оно сделано. Я тебя могу только единственное чем обрадовать, что мы находимся в ресторане номер один, где делают блюда грузинской кухни. Это значит, что никаких осьминогов и жучков там нет. Все. Какие-то специи на запах уже похожи на что-то? Ну вот хмели, сунели, ну дома я ее пробую, я не знаю, здесь оно есть. Что-то кисленькое мне попало. Мягкое мясо прям тает во рту. Может, это печень? Я узнала, что кисленькое. Это гранат. Давай мясо, давай мясо. Айнур так по утрам на завтраку лили просто. Все, Лили, извини, я отбираю у тебя это блюдо, ты не развязываешь глаза. Несут второе блюдо. Я готова вообще за любой кипиш, кроме голодовки. Это нам не грозит, я тебе сейчас просто честно говорю. Вот для чего нужны. Нужен муж, ребят. Вот только для этого. Открывай. Все, спасибо. Вы можете свободно быть. Мы сейчас будем мучить вашу жену дальше. В этом пироге есть тесто. Удивительно. Такой тонкий аромат яиц. Желтка. Мяса я здесь не чувствую. Обманули, да? Подвели, Айнур. Ну как, где мясо-то? Что-то такое, вот, как будто горьковатое, но не горькое. Кефир? Как будто это вот это в каком-то, ну это сочно, не сухой пирог. Мы даем позиции, мы должны позвать шеф-повара, да? Чтобы он нам наконец рассказал, что там внутри. Давайте сдавать все секреты уже. Там есть три вида сыра, там есть сулгуни, там сыр имеретинский и сливки. Представляешь? Точно. Насчет кефира, ну, ты была близко. Близко, это молочный продукт. Молочный. Сливка. Сыр, то, ну как, вообще, очень глупо. Это все ботва виновата, скажи. Учмачи, это как бы все вместе, ну, короче, как потроха. Да? Прям, знаешь, да. Куча. От слова куча. Говяжий потроха. Говяжий потроха. Туда идет сердце, легкий, печень, рубец. Потом, когда лук тушится в сливочном масле. Поэтому она такая очень мягкая. Да. Прям. И как бы грузинские приправы, вот фасунели, хмели. Были. Вот хмели угадала сразу, да. Здорово. Ресторан номер один предоставляет уникальную возможность телезрителям поучаствовать в конкурсе. Нужно вспомнить еще раз рецепт от шеф-повара, снять на видео готовку, процесс готовки одного из этих блюд, выложить этот видеоролик в Инстаграм, да, видео до минуты, упомянуть обязательно ресторан номер один и ждать розыгрыша, который пройдет через 2 недели после того, как мы выложим ролик в соцсети. Лично шеф-повар ресторана номер один выберет победителя. То есть то блюдо, которое наиболее будет похоже на оригинал блюда, которое сегодня вот готовил Айнур, да, это осетинский пирог или кучмачи. Шеф-повар выберет того человека и подарит победителю уникальную возможность прийти в ресторан и подарочный сертификат на 1000 рублей, чтобы здесь поесть. Я хочу сказать, что это очень вкусно, и хочу всех пригласить в ресторан «Хинкальная» номер один, как минимум для того, чтобы развивать свои нейронные связи, да, потому каким что... образом? Но дома мы не едим грузинскую рубец. Кухню. Да, и рубец. И поэтому восполнять и разнообразить свои вкусовые рецепторы, мне кажется, это очень круто и полезно. Кстати, ребят, хотела как раз рассказать о тех акциях, которые здесь проходят. Бизнес-ланч здесь от 200 рублей, завтраки 270 рублей. К тому же действует 20% скидка на основное меню в ресторане с 12 до 3 часов дня и на доставку. Доставка бесплатная от 500 рублей по городу, а именинникам предлагается 10% скидка. Здесь руководство ресторана предлагает своим посетителям оформить VIP-зону в романтическом стиле для романтического свидания. Для этого нужно только позвонить и заказать. Пригласи меня на хачапури по-аджарски. Звучит странно, конечно, но хорошо.